13 человек, в том числе ребенок, стали жертвами крупного ДТП в Шымкенте. Около 10 получили травмы. В пригороде областного центра неподалеку от поселка Бозарык столкнулись грузовик и микроавтобус с пассажирами. Личности пострадавших сейчас устанавливаются. Напомним, авария произошла около полудня. Мерседес Спринтер и грузовик Хова следовали в одном направлении из Тараза в Шымкент. А на место происшествия выехало несколько бригад скорой помощи, спасатели, пожарные и полицейские. Они сейчас оцепили место катастрофы. По данным пресс-службы областного ДВД, виновником аварии стал водитель Мерседеса. Он нарушил правила дорожного движения. Возбуждено уголовное дело. Водитель автомашины Mercedes Sprinter находится в больнице в реанимационном отделении. Врачи пытаются спасти ему жизнь. В Хово автомашина, водитель в нормальном состоянии. Дорожно-транспортное происшествие совершил водитель автомашины Mercedes Sprinter, который пытался обогнать автомашину, грузовую автомашину Хово. Хово автомашина совершала маневр влево на территорию АЗС. В это время автомашина Mercedes Sprinter пыталась обогнать и совершила столкновение.